Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. Господи, как я уже давно просто вот так спокойно не говорил эту фразу, потому что у нас обычная серия жизни ютубера. И мы с мелким бабой Зиной пришли в мой дом, а я в прошлой серии сказал, что я здесь себе, ну, немножко так припрятал мани-мани от нашего нового мэра бомжары. Поэтому мы сейчас с ними сидим и просто решаем, кто что себе купит. Вы тоже сейчас не думайте, что у вас будут какие-то там неиссякаемые богатства. Немножко каждому там по полстака, по стаку, я не знаю. В общем, я себе годовой запас кофе себе куплю. Вот что я себе куплю. А ты, мелкий, себе что купишь? Что будешь? Да, о, кстати, давай мы тебе купим годовой запас памперса. А? Хочешь? Нет? А бабзин, что ему можно купить? Годовой запас питания для детей. А? Нет? Подожди. Носки тебе, может, новые? Я могу камион, вот реально, просто фуру могу тебе заказать новых памперсов или носков, или... Бабзин, что ему можно купить? Детское питание он не хочет, памперсы он не хочет, мелкий. Может, давай реально тебе штаны какие-то купим, нормальные хотя бы. Пару пар, не? А что ты тогда хочешь? Покажи жестами, покажи. Кого? Извини, но я не понимаю... Мелкий, нормальным человеческим языком! Ты хочешь пойти в кружок... А, ты в кружок танцев хочешь пойти, там, ламбада возле... Не? Чё ты хочешь, мне можешь нормально сказать? Я не знаю, записку там какую-то напиши мне на листочке, что ты хочешь? Опа. А можно было так раньше сделать? Хочу Гуччи рюкзак. А ремнем Луи Виттон ты по заднице случайно не хочешь? Морда ты такая наглая. Какой Гуччи рюкзак? Я тебе сейчас дам все монеты, ты все монеты просрешь на твой Гуччи рюкзак? Ты дурак мелкий? Со своим хайповым шмотом. Ты понимаешь, за эти бабки, которые ты потратишь на Гуччи рюкзак, мы эти бабки можем дать бабе Зине, она тебе 100 рюкзаков таких сошьет. Бабе Зине дай 10 золотых монет, баба Зина на тебя всю жизнь работать будет. Она сама пойдет в лес, сама застрелит какого-то там оленя и сама тебе сошьет не Гуччи рюкзак, а баба Зина рюкзак. Бабзин, согласна? Ну-ка, естественно! Все, мелкий! Вот. Слушай, тебе. 6 годиков, или сколько тебе? Какой тебе... Ты понимаешь, у меня даже Гуччи рюкзака никакого нет. Какой тебе... Не будет тебе никакого Гуччи рюкзака, успокойся! Держи мыло! И все! Не роняй, главное. Откуда у меня мыло в инвентаре? Ах, вот так вот, значит. Мыло не хочешь, зато Гуччи рюкзак хочешь. Все с тобой понятно. Все, давайте, идите сюда. Бабзин, идите сюда. Прикрывайте меня, пожалуйста. Главное, чтобы бомжара... не пришел к нам в гости, потому что не надо, чтобы бомжар узнал, что мы, немножко так скрыли от него вот это все. Заходите, давайте, заходите. Перчик еды катить, о господи, если кто-то не знал, через неделю примерно я уже вернусь в этот свой дом, я уже вернусь в Новосибирск, я уже вернусь к Кате. Реально через неделю, поэтому я хочу тебя попросить поставить лайкусик на эту серию, также написать коммент под этим роликом, хочешь ли ты видеть новый сезон Нубика в Майнкрафте с Катей. Короче, стойте на шухере, стойте все на шухере, пожалуйста. Мелкий, следи за мылом, а ты, бабзин, там следи, чтобы никто в гости не пришел. Я сейчас быстренько сюда смотаю свой потайной подвал, если кто-то не знал. Ну, я немножко здесь вообще спрятал 2 золотых слитка. Каждый золотой слиток по 64 золотые монеты. И еще стак золотых монет. И если вообще кто-то не помнит. Если кто-то не смотрел предыдущую серию, как я много раз говорю, тот сосок мамонта. Поэтому лучше посмотри ее. Подсказка прямо сейчас надо мной. Я припрятал себе кое-что. На черный денек. Если кто-то помнит, то контрабандюганы... подарили мне огромный... Ну, как бы подарили. Ага, подарили сундук за 300 золотых монет, которые я им уже отдал. А, со всякими крутыми наворочками. И самую крутую наворочку... Мелкий, смотри. Вот эту! Аккуратно! Сейчас случайно выстрелю, пол города жизни ютубера взорву. Все, я прячу. Они мне подарили эту фигню, я ее спрятал немножко в другое место, потому что, ну, не надо такое вообще людям показывать. Все, давайте шуруем отсюда. Текаем. Быстро! Так, сейчас я закрою обратно вот эти двери. Так, идите сюда. Так, смотрите. Давайте сделаем так. Я не хочу быть жлобом, ни мелкий не хочет быть жлобом, никто не хочет быть жлобом. Поэтому давайте распределим все честно. Бабзин,
тебе золотой слиток, тебе стак золотых монет, и, конечно же, тебе мелкий, также 32 золотые монеты, также полстака золотых монет. Ага, вот. И золотой слиток, и полстака золотых монет еще мне. Все честно, всем все поровну, никаких претензий. Все? Ни у кого ничего нет, что мне сказать, предъявить? Все нормально, да? Мелкий, все хорошо. Бабзин, все хорошо? Все хорошо, да. Вот, все честно! Вот именно, лучше молчите. Пошли, Бабзин. Сейчас ничего не гори, просто ходи за нами. И также стой на шухере, чтобы никто к нам там не подкрался, мелкий. Иди сюда. Держи. Один ТНТ тебе и два мне. Ты помнишь? Мне кажется, все должны помнить, что мы хотели сделать в предыдущей серии. Сраный предатель Арсений Гонщик. Он в прошлой серии выстрелил в бомжару. Его чудом просто удалось спасти. Поэтому, мелкий, иди сюда. Иди сюда, давай. Мы не будем туда вламываться, просто... Ставьте, быстро. Так, сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Один сюда, и... Один... Так, куда бы еще поставить? Иди. Так, куда поставить? Всё, давай, сваливай! Иди сюда. Сейчас Арсений Гонщик останется без своего бизнеса. Пока Арсений Гонщик сидит заключенный в камере, мы также Арсения Гонщика немножко сломаем всю ему жизнь и весь его бизнес. Бабзин, сиди вот здесь, чтобы никто не появился. Мелкий, давай ты за мной. Смотри. Что нужно делать? Справишься? Сможешь попасть в ТНТ? Не сможешь? То есть мне лучше, да, стрелять? Ладно. Смотри, короче, нужно сесть. Ставишь вот эту базуку себе на плечо, чтобы она никуда не улетела. Нажимаешь правую кнопку мышки и просто прицеливаешься. Прицеливаешься именно в ТНТ, можно даже немножко выше, чтобы, ну, просто ракета не попала в пол. Прицеливаешься. Как только я выстрелю, падай на пол, прячься за коровами, залезай им под ноги и просто не высовывайся, пока здесь все не разлетится на воздух. Ты готов? Все готовы? Бабзин, закрой уши. Сними слуховой аппарат. Бабзин, ты слышишь? Бабзин, слуховой аппарат сними! Мелкий. Давай отчет. 3, 2, 1! У Арсения Гонщика. Нет бизнеса у Арсения Гонщика. Ну слушай. Я даже на самом деле не думал, что так сильно шандара. Вы слышите эти сирены или только я их слышу? Что? Твоя мама, хорошая женщина, наверное, была когда-то. Подожди, я чуть не. Вы кто? Стоять, что здесь произошло? Мелкий, руки вверх подними! Чё, бомжара как-то успел построить полицейский участок, я об этом даже не знал, что... Газ протекал, утечка газа, мы, короче, пришли, хотели машину купить с мелким, вот смотрите, бабки принесли, вот золотой, мы, короче, пришли, а тут прям перед носом, как хуйня, и мы, да, испугались, да, Бабзин? Ой, как-то мне стало плохо, можно я пойду, полицейский? Бабзин, ты с ума сошла, ты чё, предательница, иди сюда, вместе отчитываться будем. Бабзин! Это как называется? Предательница, это как... Господа полицейские, я вообще здесь ни при чем. Я говорю, мы с мелким проходили. Но здесь пу! Как шандарахнуло на весь город. Мы сами, вот честно, мелкому даже памперсы, наверное, поменять нужно, потому что мелкий, наверное, пересрал. Да в смысле? Тихо! Мелкий, руки вверх! Га-г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 а! Да, вот именно. Господин полицейский, мы ничего не делали. Господин...
сиделке и скажу, что мы ничего не делали. Выкинь ты уже это мыло из рук, заколебался с собой мыло носить. Выкинь. Мы сейчас все проверяйте сколько хотите. Вот проверяйте все, что только вам можно. Мы ничего здесь не делали, господин полицейский. Можно спросить, а когда вы вообще, когда вас наняли в этом городе? Откуда вообще в городе ютуберов полицейские появились? Вы поедете с нами в полицейский участок на время расследования. Да какое расследование? Не, мы никуда... Сержанты, давайте мы договоримся с вами. Вот вы понимаете то, что... Подождите! 5 золотых монет тебе и 5 золотых монет, мелкий, отойди, мелкий. И 5 золотых монет, вот, и типа, ничего не было, вот, никаких взяток, да. Взятка, да, это не взятка, это просто, ну, нет, это благодарность. Благодарность за то, что стражи порядка, трудитесь на защиту города. Нет, это не, заберите, пожалуйста, чтобы на земле не валялось, ну. За это вы сами себе угу. Ладно. Мелкий, не будет тебе никакого Гуччи рюкзака. Ты, походу, первый человек на этой планете, который в 6 лет сядет в тюрягу. Пожалуйста, куда ты иди? Только в наручники не надо, у меня тоненькие ручки. Все болит. Мелкий! Мы попали. Твою фуражку! Так ты чё, базуку-то не... Это мы в центральном детском магазине купили. Это пластмассовая игрушечная. Просто мелкому, у него игрушек в детстве нет. Он со солдатом хочет быть. Да мы не врём! Да честное пионерское! Я не вру! Я вообще ютубер. Ютубер никогда не... Нет! Не надо, пожалуйста, машину! Не надо, пожалуйста, никакую машину! Ладно, мелкий. Давай. Ладно, хорошо, господин полицейский. Мелкий, садись в машину. Ты смотри. То есть, за один день в городе... Слушай, господин полицейский. За один день в городе появились полицейские с машинами. Офигеть, да откуда? Знал бы я то, что в городе полицейские появились, никакую машину бы я не хотел идти покупать. Да когда вы успели это все построить? Да вчера здесь не было еще полицейского участка. Да ну, осторожно! С ума сошли, сейчас в аварию сами попадете, дебилы! Все, я выхожу. Вам не кажется, что нужно припарковаться ближе к участку? Вот, ну, ближе туда, на машине подъехать, к участку. Сержант, подъедьте, пожалуйста, ближе к участку. Сядьте в машину, подъедьте. Вот. А вы ему помогите, помогите ему тоже, помогите. Хотел немножко надурить, чтобы он сел в машину, а я смотался отсюда. Мелкий, давай за мной. Да идем, вы уберите вы свои пукалки! Мелкий, давай за мной. Сюда? Открывайте дверь. Мы заходим. Да, здесь красивее и уютнее, чем у меня дома даже. Смотрите, бабкин коврик. Мелкий, пройдите в камеру. Хорошо. Пожалуйста, только не трогайте мелкого, я вас очень прошу, он хороший малый, не трогайте его. Его, наверное, вообще лучше домой отвезти. Вы чё его, свиньи криминальные, реально в камеру посадили? Мелкий, дай руку, мелкий, просунь руку, дай руку, мелкий. Есть два стула. Я знаю эту загадку. На одном пики точёные, а на другом... Мелкий, не продолжай такое, не говорите, у меня детский контент. Мелкий! Дай руку! Да вы с ума сошли, а! Вы задержаны до выяснения всех обстоятельств. Да какие... Да ебрить ты колотить вообще, понимаете, то, что мне ролик нужно идти записывать. Я ютубер вообще-то. А у меня есть хотя бы камера с собой? У меня нет камеры, зато у меня ноутбук есть. У вас есть Wi-Fi? Я там, не знаю, в дотку поиграю или в CS-ку какую-то, не? Нельзя. Мелкий, мы попали, вы имеете право хранить молчание. Я не имею права хранить никакого молчания, мой друг мэр, бомжара, он вас не нанял. Что тебя, свинота ты такая, что тебя, поросенок безмозглый, он вас нанял, вы работаете. Да в смысле тихо? Ладно, тихо, сказали тихо, значит тихо. Я законопослушный гражданин, я слушаюсь, я ни на кого выпендриваться не буду. Ни на кого не буду, продажные сволочи, ни на кого я выпендриваться не буду. Я буду сидеть молчать. Да я молчу!
Мелкий. Жопа, жопа. Есть два стула. Походу на один стул я сяду, на второй стул ты сядешь. Я не знаю, кто на какой сядет. Ну, хотя бы сральник есть. Комфорт, уют, жизнь удалась. Чё ты меня не отговорил от этой тупой идеи, а? Я как бы откуда знал? Почему ты мне не сказал то, что в городе появился полицейский участок? Я-то сам не знал. Да вот там и стой в уг... Ладно. Я не знаю, как мы с Мелким будем отсюда выбираться. Походу, нужно позвонить бомжаре. У бомжары нет телефона. Я ему сказал то, что я ему... Твою фуражку! Я требую адвоката! Будет предоставлен адвокат и мне, и Мелкому. Будет адвокат предоставлен! Я требую адвоката! Адвоката и чашку кофе! Чашку кофе, быстро! Ребят, ставьте, пожалуйста, лайкусик. Я не знаю, как мы будем выбираться отсюда. Я вообще не имел никакого... Я молчу. Уйдите. Я молчу. Я буду шепотом разговаривать, чтобы они меня не слышали. Я не знаю, как мы отсюда будем выбираться. Я сегодня в начале серии даже не подозревал то, что в городе реально появился полицейский участок. Давай сделаем так. Влепи, пожалуйста, лайкусик. И если сейчас все, кто смотрит этот ролик, влепят лайкусик, то новая серия выйдет как можно скорее. Не будь, пожалуйста, жопосранцей такой огромнейшей. Влепи лайк, чтобы мы с Мелким быстрее выбрались с этих тюремных камер. Мелкий, дай руку. Да я ничего не бормочу, мелкий просто, я его заставил стихотворение учить, вон он сейчас мне рассказывает, короче, ребят, ставьте, пожалуйста, лайки и будем заканчивать, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Я затыкаюсь, пока эти сволочи опять ничего не заподозрили. Да молчу я! Тихо, все! Свиньи продажные! Не стреляйте! Я пошутил, начальник. Шутка. Шутка-пиво-утка.